В результате обильных осадков уровень воды в Китое поднялся почти вдвое. По данным водомерного поста в селе Раздолье, Китой побил отметку в 220 сантиметров практически за сутки. Весь август река не поднималась выше 130 сантиметров. На сегодняшний день это уровень в норме. Службы нашего Ангарского городского округа следят за этим уровнем. И на сегодняшний день угрозы каких-то подтоплений и критических ситуаций не имеется. Обошлось без ЧП и среди отдыхающих на воде ангарчан. В округе за купальный сезон не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Сейчас уровень воды в Китое вновь пошел на убыль, но это ненадолго. По данным метеослужб, через пару дней снова придут дожди.